Дорогие друзья, все уже знают эту страшную новость, которая пришла к нам еще вчера. Скончался российский политик Владимир Жириновский. Прощание с Владимиром Жириновским состоится в колонном зале Дома Союзов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщает 6 апреля новостной сайт. О смерти Жириновского 6 апреля сообщил спикер Госдумы Владимир Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания. Минздрав отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика. По данным, за пару дней до смерти в состоянии Жириновского наблюдалась отрицательная динамика. Была высокая температура. Политик был на ИВЛ. Ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей. Врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось. У него развилась полиаргонная недостаточность. Друзья, давайте будем помнить Владимира Жириновского. Давайте подпишемся на наш YouTube-канал, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который выйдет уже утром. До скорых встреч, дорогие наши подписчики, на нашем YouTube-канале.